Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы делаем вот такие бараньи сердечки в афганском казане на вот таком замечательном очаге, который работает от газа. Это очень удобно. Здесь очень мощная печка, которая разогревает большой казан. А этот маленький вообще будет работать даже на самом малом газу. И что нам еще для этого понадобится? Морковка, по желанию, перец острый, чесночок, картошка, лук. И я взял алычу, чтобы придать кислоту этому блюду. Я думаю, с алычой будет вкусно. Вот такая свежая, хорошая алыча. Казанчик небольшой, такой маленький, походный. Вот удобно на рыбалку взять. И все мы сейчас будем сюда складывать. Вот сердце я укладываю сразу. Я его уже зачистил, чтобы здесь не пачкаться. Дома порезал вот на такие кусочки. Лук я здесь уже заранее порезал. Ну, что-то я решил, что лука маловато. Дорежу еще. Я люблю, когда мясо вот тушится в большом количестве лука. Морковочку тоже. Так как картошки здесь мало будет, то добавлю больше морковки. Чесночок тоже. Так, крупно порежу. Да, все. Чеснок можно в конце положить, но я положу сразу, потому что у меня нет времени тут заниматься этим. Картошку. Перчик острый по желанию, но у меня больше никто не ест острое, поэтому я его не кладу. Я его потом прикуску буду есть. И бросаем сюда алычу. Это в зависимости от кислоты, какую вы хотите придать блюду. Солим. Перчим. Вот у меня здесь еще лавровый лист. И душистый перец. Сейчас кину несколько штучек. И кориандра чуть-чуть. Теперь воду добавляем. Я налил уровень с овощами, чтобы такое густое было достаточно. Ну вот и все. Проверяем клапана. Сначала на полную зажигаю, а потом убираю на самую маленькую. Большой газ здесь достаточно мощный, поэтому я сейчас газ убираю на минимум, чтобы работало только среднее кольцо. И теперь устанавливаем сюда казан. Теперь ждем, когда он закипит. Из-под клапанов стал выбиваться пар. Засекаем 30 минут. Полчаса прошло. Я выключаю газ. Ну и теперь ждем, пока он хоть немного остынет и не сойдет давление. Соус наш из сердечек остыл, пока я тут работал. И пробуем, что получилось. Все равно горяченький еще. Фух.
Как классно здесь кислинка чувствуется, вот это вот от алычи. Прям такая замена помидорам. Вкусно. Так, на каждый день пойдет обратно.